Дезинфекция – один из методов противодействия распространению вируса COVID-19. В Сарове дезинфицирующим раствором начали обрабатывать улицы с 16 апреля. Все работы выполняют сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия. Для проведения дезинфекции переоборудовали технику. В соответствии с условиями муниципальных контрактов, поверхности тротуаров в местах подхода к торговым центрам, к магазинам, к банкам, к почтам производятся два раза в день. Обрабатывают поверхности в общественных местах гипохлоритом натрия. Водный раствор этого химиката сильно пахнет хлором и обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Его часто используют в быту для обеззараживания вещей и предметов. Также на тротуарах работает две единицы техники, трактор, на которых также установлены бочки, и уже только водитель едет, и распределение происходит автоматически по тротуарам. Остановочные павильоны дезинфицируют один раз в день. За смену бригада из двух человек обрабатывает более 30 остановок. Работают сотрудники в средствах индивидуальной защиты. Раствор подается под напором. Для обработки одного павильона достаточно 2 минут. Пока идет распыление, хлоркой пахнет очень сильно, но запах быстро выветривается. Обрабатывать улицы хлоркой будут до окончания режима повышенной готовности до 30 апреля. Дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.